всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено моей новогодней посылке от Насти Зарецкой, то бишь ее посылке мне на Новый год. Если вам это интересно, тут не только косметика, но и всякое такое, то оставайтесь со мной. В общем, начну я обзор. Ну, все было хорошо, в общем, упаковано, такая огромная коробочка, все так кто-то вот утрамбовано, неожиданно приятно и... Ну, как-то так, в общем, в восторге. Это, можно сказать, третий подарок на Новый год, да. И вот было вот это вот в таком пакетике. Открывать мне его было не с руки, я его зверски так вскрыла. И я решила вчера, я была несколько такая сонная и слегка уставшая, и немножко в делах, поэтому решила записать обзор сегодня. Плюс еще я решила протестировать вот эти три миньки. Тут у нас шампунь, бальзам для волос и гель для душа, и это все с тростником. Фирмы, сейчас скажу какой. Эколабер. Лабель, точнее даже. Вообще первый раз про такую слышу. Оно все было вот так вот, ну не знаю, зафольгировано, не зафольгировано. В общем, тут на каждой была вот такая штучка наклеена. Так вот, уже не отдеру. Сейчас покажу, да, вот не отодрала, она отдралась у меня, в общем, закрыто оно было. И я сегодня попробовала, гель для душа хороший, все это вкусненько, сладенько так пахнет, сахарочком. Вообще я иду не, как бы, не всегда нюхаю, поэтому я не знаю, может быть, тростниковый сахар пахнет по-другому. Но в составе тут именно тростниковый сахар указан, сахарный тростник, экстракт. Потом это что у нас? Это шампунь. В общем, насчет тут пары шампунь, бальзам я их делала вместе. Может быть, они по отдельности будут как-то по-другому выглядеть. Сейчас у меня волосы не уложены совершенно никак. Я их просто расчесала после того, как они высохли естественным путем. И, в общем, шампунчик, вот это все, и гелик, они такие прозрачные. Ну, тут видно, я думаю. Хорошо мылится. Я немного совсем нанесла на волосы, вспенила. Очень хорошо так промывает. После бальзама они даже скрипят, но они как-то без... Они мягкие, но они без объема совершенно. Вот это у нас бальзамчик такой. В общем, кто это у нас? Еще раз повторю название фирмы. Эколабель. Эколабель. Наверное, все-таки это название фирмы, потому что вот тут такой вот значочек. Хотя, возможно, это что-то иное. В каком-то месте было написано, что сделано в Германии, в каком-то месте было написано, что сделано в Китае. Я сейчас уже особо разбирать не буду, потому что у меня, как обычно, время ограничено. Мне в скором времени напилить на репетицию. Я впряглась все-таки в новогодний спектакль, уговорила нас наша вторая режиссерша Наташа. И еще я, как обычно, внезапно, бывает такое, забыла совершенно, что у меня ничего не приготовлено, и я в темпе вальса варю макарошки. Они у меня сейчас там фоном варятся, поэтому кот у меня сейчас на кухню не допущен, иначе я без еды рискую остаться. Тут у нас, ну, Настя меня предупреждала, что оно будет слегка БУ, потому что она ждет, ну, как бы, хочет узнать мое мнение об этих продуктах. Это у нас что-то такое индийское, ну, в смысле, хади, Indian Honey. Это, я так поняла, бальзам для волос, но я его еще не пробовала. Я открывала вчера, тут такая фигнюшка, заглушка, наверное, но даже через заглушку он довольно приятно пахнет. Не сказать, чтобы сладким, но таким между сладким и чем-то таким. Кстати, видео по поводу того, как я делаю зефир на кефире, оно не будет, потому что я немножко отойду от темы, просто у меня ассоциация получилась. Оно у меня вышло, этот зефир, не совсем так, как я рассчитывала. Он вышел совершенно домашний. Я-то ожидала, что там будет все-таки как покупной. В общем, разочарование было, называется. Так, еще вот у нас тут такая баррикада. В таком пакетике у нас, я так поняла, что это Настя делала сама, это самопальное мыло с картинкой. Я делала с картинкой, у меня были какие-то цветочки, бабочки. Тут я, насколько помню, у меня подружка Юлька смотрела или ходила на каких-то миньонов или что-то в этом роде. В общем, тут какие-то, видимо, это миньоны, вот эти желтые. Одноглазые, двуглазые, три человечка. И, в общем, вот такое мыло трехслойное. Соответственно, его с удовольствием запользуюсь, потому что что-то обленилось, совершенно не делаю себе мыло. У меня там еще в запасиках Настин кусочек такой, кажется, из второй поменяшки нашей лежит. Ну и еще сейчас пользу активно мыло, которое мне Аленка подарила. Так, потом вот тут
ну, где-то 2/3, можно сказать, от баночки. Соль даван грейпфрут. Кстати, что тут такое? Где-то я в составе, состав тут такой, а, да, вот состав. Морская соль, эфирное масло грейпфрута, апельсина сладкого и бергамота. В общем, я вообще люблю тоже цитрусовые, как и Настя, и против бергамота я, в отличие от Насти, не против. В общем, называется на грейпфрут, спивак, я ни разу не пробовала ничего спивака, я только читала отзывы на него, ну и, соответственно, с удовольствием запользую, потом в пустых баночках, конечно же, расскажу. Так, вот такая, кстати, на их, наверное, открыть да понюхать. Видимо, когда бергамот с этими двумя сочетается, вот чуть-чуть чайным деревом даже, не только цитрусами, а вот как-то так. Я не помню, как пахнет бергамот. У меня вроде есть даже бергамотовое масло. Мне дарила Юлька, кажется, или кто-то там еще. В общем, вот. С удовольствием буду пользоваться. Это я видела у Насти в обзоре. Она тогда все рвалась коммунити послать. Вот она мне и послала. Тут завязана так штука. Ну, в общем, я опять зверски встрою этот пакетик. Это у нас увлажняющее молочко, где оно тут, увлажняющее молочко, биомолоко для ванны, натура и органика, натура Сибирика, в общем, крейзи десерт, я так понимаю, бешеный десерт, сумасшедший десерт, тут у нас какие-то животные, ну и я сейчас это, о, тут такое, я так понимаю, похоже на молоко, даже пахнет молоком. И розовая соль. Чем я тоже с удовольствием буду пользоваться. Ну и потом в пустых баночках расскажу. Какой интересный бочонок. Я вообще как-то натурой Сибирика очень давно не пользовалась. Использовала там, по-моему, какие-то шампуни для жирных волос. И какой-то даже у меня гель для душа был. Но это еще до того, как меня Аленка сподвигла на ведение канала. В общем, буду с удовольствием пользоваться. Спасибо большое за возможность попробовать, за знакомство. Так, тут у нас тоже бешеный десерт от Сибири Натуре, от натуры Сибирики, извиняюсь, омолаживающий молочный женьшень. Густая биопена для ванн. Активные компоненты, дикий сибирский женьшень, радиолорозовое, лосиное молоко. Никогда не пила лосиное молоко. Кузи пила, коровье пила, лосина нет. Хотя у нас там в зоне нашей охоты, где у меня дядя егерь, где у меня деревня, все это такое экологически чисто, у нас там шастают лоси. Иногда даже мне попадались, когда я гуляла или на велике каталась. В общем, лосиное молоко тут у нас для ванны. Чем-то таким, я не знаю, как лосиное молоко пахнет, но вот косметическим и чем-то таким нежненьким. В общем, вот такое вот молоко. Ну и его тоже, соответственно, естественно, с удовольствием запользую. У меня тут мой будильничек, который я, как обычно, забыла заметить, сколько я времени говорю. Так, тут у нас, нам я вообще с самого начала сказала, я говорю, ты там на Новый год чай нашла. Это у нас конфуций, зеленый чай с розой, китайский зеленый чай элитный. Вообще, я очень люблю эти вот эти вот конфуции. У меня очень много баночек было похожих. В одной даже, я помню, Диме на нашу стрелку свечу в реале вторую, да, это привозила медик, хоть и набрыкался. Ну, в общем, не медик, а Дима. Короче говоря, у нас тут зеленый чай с бутончиками роз. Я вообще люблю, у меня такой от конфуции однажды даже был улун с розой. В общем, с удовольствием буду пить. Я вообще люблю розу, люблю зеленый. И сама смешиваю периодически. А еще очень люблю конфуций. В общем, вот такая баночка. Чаем. Так, еще у меня тут. Ну, баночка не родная. Тут внутри я ее вчера вскрыла. Смесь тут, ну, видно, наверное, да, вот что это такое. Это чай такой мелкий-мелкий-мелкий. Сейчас зачитаю состав. Состав гибискус, ройбуш, листья ежевики, лимонная сорга, мята перечная, мята курчавая. Я даже не знала, что курчавая бывает. Мелисса, ромашка, финхель, плоды шиповника, розмарин, листья малины, шалфей, вербена, лимонная. С удовольствием буду заваривать и пить. Спасибо большое, Настя, за такую смесь чудесную. Так, еще у нас было, я хотела вчера заварить, но решила сначала все-таки обозреть. Я его как-то себе покупала, это у нас, кажется, с черникой черный чай. Гринфилд, два таких пакетика, ну а сейчас буду собираться на репетицию под макарончики и схомячу, то бишь выпью. Ну, настаивать 5 минут. Пакетик пирамидка. Так, еще у нас тут тоже, ну, это не совсем чай, это ромашка. Ромашка у меня есть, но вот именно вот такой мелкой ромашки аптечной у меня нет. Вот еще одна ромашка.
такая вот, она мелкая, я еще когда открыла, так подумала, вот, ну, сушу цветочки, почему она такая вот, я вообще аптечную ромашку второй раз в жизни вижу, ну, в смысле, как вот она не самопально собранная, да? Ну, с удовольствием буду использовать и как чай, потому что, кажется, в прошлом, ну, да, еще этот же год не закончился. У меня как-то потеря во времени, у меня когда вчера подружка пришла, свой 25-летие ко мне отмечать, у нее 20-го, ну, то бишь вчера день рождения была, а у меня почему-то торкнуло, что 25-е уже было, чтобы сегодня было 26-е. Она такая, я типа 20-го. В общем, я какая-то совсем во времени потерялась. Ну и в этом году у меня из-за того, что бабушка болела, не очень получилось собрать этого травы нужной, ну и в том числе ромашки. Так что я очень рада, что у меня теперь будет еще такая ромашка. Буду еще делать настойчики, протирать морду лица. Личико. Так, еще у меня тут, я сначала не поняла, думаю, наушники. Оказалось, это не совсем наушники, я так поняла, наушники это Oriflame. Здесь на пакетике написано. Ой. А, это тут этот клей, который силиконовый. Видимо, вот так. Я чую, у меня макарошки там бугуртят. Ну ладно, я думаю, я успею записать до конца видео, до того, как они там убегут или уварятся. В общем, такие зимненькие. Ну, думаю, сейчас, наверное, в них еще холодновато ходить. Но, наверное, плюс 5, если будет, то вполне я выпрусь в них на улицу. Тут сердечки. Или пиковые сердечки. Кому как удобно. Такие прикольные. Вообще, первый раз у меня такие наушники, которые и не наушники вроде как. То бишь ушки закрываешься. Ну, вообще... Спасибо. Шоколадка черная с кусочками кофе Бетти Милана. Первый раз такие вижу. Буду с удовольствием хавать под чаек или отдельно, или чем-нибудь еще. В общем, шоколад плиточный, горький, с гранулами кофе арабики. Ну и состав у него, в принципе, нормальный. Я вчера почитала. Пока еще пыталась себя разбудить, как-то так расторможить, чтобы все-таки записать видео, но в результате вырубилась и проснулась. Тут у меня еще две тетрадки, совершенно чистые, совершенно новые, с клевой бумагой. У меня уже есть тетрадка специально под японский, но я вечно веду какие-то записи, так что... Обычно у меня эти записи идут на всяких разных листочках, потом это все такое раз в неделю убирается на столе, бардачок такой, понимается, о, тут что-то где-то записала, что-то не забыть. В общем, запользую, конечно, с удовольствием. Такая вот еще тетрадочка. Вот. Полосатая и сердечковая. А еще у меня тут была открытка. Так, с пожеланием всяческого хорошего в новом году. И я так понимаю, что можно раскрасить. У меня вообще вторая такая открытка от Насти. У меня первая, я ее положила на видное место. Но у меня, как обычно, она где-то на видном месте лежит. Но пока до нее руки дадут, она незаметна. В общем, тоже за пользу, конечно, как-нибудь заставлю себя пораскрашивать. И тут у меня еще книжка в довесок. Евгений Гришковец, «Повесть реки». Вообще, без понятия про поводу Евгения, хотя я вроде как культуролог, и у нас в свое время он там... Девочка одна защищала диплом по Гришковцу или курсовик, что-то в этом роде. И у нас тогда препод один по социологии и культуре говорил... Даже если вам не интересно, вы культурологи, вы обязаны все читать и все знать, учитывая, что я последние года два читаю в основном мангу, манга считается тоже книжками, как мне девчонка в нашей команде сказали, то, ну, как минимум, я ее запользую в СМР, можно будет полистать, да? Сделано в 2007 году, издательство Махаон. Ну, а может быть и почитаю. Тут довольно такой... В общем, написано, как вы курсовик, допустим, сдаете, или реферат такой, полуторный пробел. Пробел же это называется, что-то забыла уже. Я, когда редачила Мадоку, объясняла товарищу. Хотя, не знаю, будем ли мы снова работать в паре, в плане переводчик-редактор, да? Ну, короче говоря, тут такой этот... Я думаю, если уменьшить пробел и... Не знаю. Ну, короче, она, наверное, в год тогда в раза в два меньше. И вот от меня зависит вообще некоторые книжки. Вот если они мне сами по себе не интересны, но если вот они вот так примерно оформлены, то они у меня идут на ура. В общем, вот такой вот обзор у меня. Еще я вечером постараюсь записать обзор на мой чай с Али, который наконец-то пришел. 25 или сколько там дней шел пешком границу от Китая до России. В общем, вечером я подозреваю, что у меня все-таки получится записать еще один обзорчик на сегодня. Если вам было интересно это видео, то я очень рада.
Ну, если вы досмотрели до конца, то по-любому было интересно. В общем, Насте огромное спасибо за подарок на Новый год. Третий подарок на Новый год. Хотя, честно, я вот не ощущаю этого Нового года совершенно как-то. Я подозреваю, что вот так вот мне не скажи, какой там день недели, какое это число, то я где-нибудь там 2 января вспомню, что Новый год наступил, да? В общем, спасибо за просмотр, всем спасибо, всем пока. Это я уже последнее время копирую Настю в этот раз, обычно Аленку. Ну и до новых встреч!